Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами, как всегда, я, задрот 100 левела. Как вы поняли уже по названию ролика, по превьюшечке, будет у нас сегодня обзорчик на вот такие вот носочки Nike. Давайте замутим сразу превьюшечку. Ой, что-то я вообще не причесывался, ничего не делал. Проснулся и сразу за работу. Ладно, фоткаем и поехали. Перед началом ролика хочу вам напомнить о том, что в нашей замечательной группе ВКонтакте проходит, как всегда, замечательный конкурс. На данный момент скины с CSGO, а именно этот красивенький авик капилляры с красивой наклеечкой. Также у нас проходят конкурсы на ключи от различных игр, разный ценовой диапазон. Поэтому обязательно залетайте в нашу группу ВКонтакте, участвуйте, народу участвует очень мало, поэтому ловите момент, приятного просмотра. Все, фоточка готова. Собственно, кто смотрел обзор на Adidas носки, тот уже знает предысторию этих носков и, скорее всего, уже понимает, откуда эти носки были получены. Также, если кто-то мой видел второй носок, найковский вот такой. Сейчас. Если кто-то видел мой второй носок, такой найковский, то тоже пишите в комментариях и верните, потому что я найти его не могу нигде. Он как будто испарился. Не знаю, я всю комнату обшарил. Один носок есть, под компом он был. И все, другой найти не могу. Видимо, уже тот возраст, когда носки начинаешь терять. Хотя до этого носки вообще не терял. Ну, то есть, ну, в одном месте они лежали, да и лежали, никто их не трогал. Возможно, сестра куда-то угнала, но это уже другой вопрос. Собственно, носки были куплены еще зимой 21 года, в декабре вроде в начале. Так вот, были куплены на баллы, которые там подарили в спортмастере, брали. То есть я, ну кто Adidas смотрел ролик, обзор на носки, тот шарит, как они достались. Так вот, на баллы купили, сейчас уже, наверное, акции нету такой, то что берешь три пары, и одна из этих трех пар, которая самая дешевая, достается тебе бесплатно. Такая вот тема. В общем, носки Adidas мне понравились. Также размер носков тоже должен быть нормальный, потому что предыдущий размер он был слишком большой. Хотя, как сказать, сейчас посмотрим, сейчас проверим. В общем-то, поехали тестить. Тут три пары. Черные, белые и серые. Погнали сореть. Так, как их вытащить? Так, для начала, наверное, надо обрезать вот эту хрень. Оп. Вот, даже 900 рублей стоят эти носки. Написано. Здоровы будьте, не болейте. Делаем фильмы на планете. Так, стопэ. Ну-ка, через низ, может, они? Они как будто закреплены чем-то. Так, ладно, давайте попробуем по центру. С Adidas носками вроде таких проблем не было. Ну да, походу, надо было обрубить. Вот, первая пара носков черных. Опа-опа-опа-па. Это что за существо? Нормально. Нормальная тема. Какая-то букашечка маленькая в носках лежала, прикиньте. Я не знаю, что это такое. Там упало. Это что-то типа этой, как называется, гусеницы. Походу, боль может, я не знаю, что это. Так, ну вроде носки эти норм. Вроде как.
Так, это убираем. Черные носки. Вот они. Черные носочки. Так, ну давайте буду одевать тогда, показывать, в принципе. Мне в этих носках что нравится? Что у них? Значок Nike сбоку. Уй, сбоку. Эрику здорово. У них значок сбоку, и это удобно. В принципе, вот так выглядят носочки. Показываю. Вот так выглядят. В принципе, у меня уже есть такая, такие носки. Но они гораздо больше, а эти поменьше размером. Поэтому они более-менее выглядят даже лучше как-то. Очень прикольно. Погнали следующую пару тестить. Так, сразу выкидываем. Так, ну следующая пара, это будет, скорее всего, белая. Потому что белая, скорее всего, будет носиться на постоянной основе. Ну, сами понимаете. Балдежный цвет. Так, тут больше нет никаких этих тараканов. Или еще что-то. Так, вроде нету. Ладно. Одеваем. Ой, белый. Балдежный. Лучший в мире. Вот белый. Ну, белый балдеж. Белый это дефолт. Чисто дефолтные носочки. Белые. Но они сосочно смотрятся. Особенно с обувью какой-то. Черный может так чисто куда-то одевать. Может дома ходить. А белый прям на улицу. Балдеж однозначно белый. Так, ну и остался последний цвет, это серый. Так, эту тоже вытаскиваем. Серые тоже можно носить. Серые тоже прикольные. Так, одеваем серые. Ну, серые как-то... серые как-то удобно. Вот серые. Серые такие... Какие-то, как сказать, легенькие прям. Легко одевать, легко снимать. Как будто материал другой. Хотя вроде из материала одного не сделано. Очень прикольно. Прикольные носочки. Деньги были отданы не зря, я считаю. Ну, еще надо будет поносить, посмотреть. В общем-то, такой обзорчик получился. Это я, скорее всего, сохраню по приколу. В общем-то, всем большое спасибо за просмотр. Такой обзорчик у нас получился. Ну, а я снова одену свои коротенькие носочки. Найковские черные. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на где этот ролик будет, на каком канале, туда и подписывайтесь. Если он будет перезалит, знайте, задрот сотого левела, официальный канал. Всех обнял. Вот, кстати, сверху что баннер. Вот, вот здесь. Поэтому все официальные каналы у меня здесь. Если их не перекроют при перезаливе. В общем-то, знаете, задрот сотого левела. Давайте, всех обнял, всех люблю, всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.